завершили первое отделение концерта и снова при посредстве песни Булата Акуджавы. Хотя мелодия Исаака Шварца не имеет какое-то очень глубокое сродство, как будто родные братья, родные сестры. Вообще братское, сестрическое – это очень такой часто употребляющееся часто сравнение ее Акуджавы, и я думаю, что в их как раз сотворчестве Шварца и Акуджавы это братское очень серьезно проявлялось и чувствовалось, то, чего нам сейчас страшно не хватает. Песня, которую мы сейчас спели, она может быть очень светлой, она может быть очень трагичной, она может быть разной, но эта песня про особый род любви, когда человеку от другого человека нужен только сам человек, нужно его сердце, нужно его внимание, понимание, нужна его душа, не нужно ничего вокруг этого, не нужно ничего больше. И как бы хотелось почаще об этом вспоминать не только на сцене, здорово, что мы можем делать это и в таком порядке, как сейчас. Вот, очень бы хотелось, чтобы это было просто в обычной жизни. Мы бы избежали очень многих тяжелых воспоминаний. А некоторым до этих воспоминаний просто не удастся дойти. Но вот песни простые, но очень красивые, очень честные песни Шварца, они очень в этом помогают. Посмотреть на свою душу, на душу того человека, который смотрит тебе в глаза и просто проходит рядом с тобой. Мы об этом постараемся поговорить в следующем отделении концерта. Ну а сейчас...